Здравствуйте всем! Продолжаем заниматься, изучать шаффл, делать поклон. Небольшая разминка и потом начинаем. По 4 раза повороты, наклоны головы, вперед-назад, круг вправо, 4 раза. Влево, по 4 раза, вперед-назад, вправо-влево, круги, переходим к плечам, 4 раза назад, 4 раза вперед, руки, по 4 раза, повороты корпуса, сам корпус, по 4 раза, также. Круги, бедра вправо-влево, восьмерка, колени. Вот здесь я вам обещала усложнить немножко это движение, добавим руки. Давайте исполним еще раз ножки. Раз, два, три. Потом мы делаем раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Вы продолжаете делать ноги. В этот момент рука у нас гладит животик себе. То есть делаем круговые движения. А другая ручка у нас вот так вот по макушечке лежит. То есть одна рука делает круг, а другая вверх-вниз. И это все мы соединяем с ногами. Движение классное на координацию движения, поэтому из одной руки, соответственно, с другой вы это все соединяете вот с этим движением. Итак, дальше заканчиваем разминку. Круговые движения стопой. Я делаю сейчас с вами. Мы непосредственно переходим к шафлу. Сделайте по 8 кругов. Батман Тандю по 4 крестом. Вперед, в сторону и назад. И распрыгиваемся. Практически все движения ушла на прыжках, распрыгнулись, вспомнили веревочку, первое движение. И именно вот в таком порядке делаем вперед-назад, вперед-назад. Дальше движение. Опорная ножка делает скольжение. С вами делали вперед, продвигались назад, и мы с вами начали делать крестом, то есть поворот, прыг, поворот, прыжок. Итак, я вам обещала, дальше усложняем движение. Сейчас мы будем делать его открытая поза, то есть у нас закрытая поза, когда нога закрыла у нас крестом, крестовое движение, а это открытая поза. То же самое движение со скольжением, прыгнули, проскользили, прыгнули. Каждый раз мы корпус разворачиваем, на прыжке возвращаемся анфас, то есть лицом. Корпус развернули, прыгнули ровно, развернули ровно. И опорная ножка делает скольжение, скольжение. Угу. Молодцы. Вспоминаем еще одно движение, мы с вами учили.
такая гармошечка, которая сразу в разные стороны, да? Выпрямляем колени и крест одной ножкой. Выпрямили колени и крест другой ножкой. Когда делаем крест, это прыжок. Прыгнули. Здесь гармошка, здесь прыжок. Гармошка, прыжок. Продолжаем изучать новое движение. Оно прямо противоположно вот этому движению. Здесь мы делаем вперед, а в этом движении мы делаем обратно. Разбираем медленно. Подняли ножку, прыгнули на нее, на эту ногу, которую подняли, а другая вышла вперед. Подняли, прыгнули. Подняли, прыгнули, подняли, прыгнули, подняли, прыгнули. И когда мы поднимаем ногу, мы тоже с вами прыгаем. Прыгнули, 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 прыгнули. Сначала все делаем медленно, потом убыстряем, а потом мы уже делаем с вами очень быстро под музыку. Успеваем каждый так. Вот, дорогие мои, мы с вами сегодня выучили новое движение. Ставьте лайки. Смотрите наше видео. Будет еще интереснее и еще больше новых движений. Всем до свидания, хорошего настроения.